Здравствуй, археология! Здравствуйте, наши дорогие зрители! Зрители, участники, всех приветствую! Вот, но мы сегодня, собственно, собрались по той причине, что нашему дуэту сегодня исполняется ровно год. Ровно год назад мы вышли здесь в археологии, просто вот у Володи группы «Середина неба» была, и ей как раз эта группа, которая, увы, уже почила, но раз в год она здесь собирается, потому что солистка приезжает из границы раз в год. Вот, мы решили просто отметить 15-летие «Середины неба», и я решила просто спеть несколько песен «Середины неба». И у нас как-то так пошло. Вот, ну и потом я стала петь вообще не только «Середина неба», а вообще весь репертуар, все, что сочинил мой муж. Вот, ну и как-то нормально, мы уже год существуем, развиваемся потихоньку, ну, пожалуй, начнем. Вот, первая песня будет такая наиболее раскрученная, наиболее известная такая песня, была в середине неба. Вот, мы ее сейчас вспомним. Она называется «Колыбельная возлюбленная». А какая все-таки песня, может быть, как-то относится ко мне?
Вот, может быть, в честь меня написано или что-то еще. Он так подумал и говорит, ну вот, может быть, разве что вот это вот. Пустое место. Я тоньше, чем веретено, ничтожней букашки. Он не она, а оно, и то лишь с натяжкой. Я даже не ломаный грош, я место пустое. Но если меня ты займешь, я стану тобою. Отныне твоей неотъемлемой частью. Я буду нежней соловья прекрасной невесты. Я больше не пусто, ведь я твоя теперь место. Вечера она все-таки будет полная.